ребята, всем привет, меня зовут Энди Муфт, и на моем канале добро пожаловать в затерянную комнату, затерянную комнату 4, если не ошибаюсь, именно так называется эта игра, и мы продолжаем с тобой исследовать вот этот особняк, мы нашли вот такую штучку, а еще было написано, что мне нужно исследовать вот, тихо, вот этот артефакт, и я предлагаю с тобой вместе, серьезно, вот так вот? Фигурка лебедя. Это найденный предмет. Хорошо. Что мы с ним будем делать? Это странная фигурка лебедя. Ее можно... А, я понял. Это где олень? Олень, который припарковался. Помнишь, вот здесь вот где-то его автомобиль стоит припаркованный? Он же олень. Он по-любому припарковался как олень. А вот здесь вот пустая фиговинка. Давай сюда присобачим лося. Ну, в смысле, это лебедь. Ух ты. Модель лампы. Модель лампы — это внешний уличный фонарь. Где-то должен быть. Так, я вижу фонарики. Нет, сюда не приближает. Ага, вот здесь не хватает одного фонарика. Окей. Я мозг, я голова. Я головешка. Кочерышка. Прям все осветилось. Стало все красивенько. Когда светлей, тогда и веселей. А, смотрите, смотрите, на балконе такая фигня, как у меня. Я, походу, понял. Сейчас мы прицепим найденный предмет туда прям. Блин, ну тут, конечно, исследовать и исследовать. Тут пока разберешься совсем, можно охренеть. Подожди, давай сразу, пока я увидел... Что это такое? Какой-то насос. Здесь что-то... Выглядит неполно, да, сюда что-то не вставляется. Точнее, что-то вставляется. Вот, смотри! У меня же такая же хрень вот здесь. Вот она. А ну-ка, подожди. Да, да, это оно. И что мне нужно делать? Ага, они крутятся. Их две. Может быть, мне нужно также их распределить. Центральная вниз, вверх, вниз и по диагоналям. А ну-ка, давайте попробуем. Так, центральная... А, оно блокировано. Сейчас, подожди. Вверх. Окей, это вниз. А вот эту как разблокировать? А, я понял. Мне сначала нужно повернуть вот этих все. У них же, чтобы не было шестеренки, чтобы не мешали. Оп, вот так вот. Так, теперь вот так вот. Передвинули, вот так вот. Теперь я могу развернуть вот эту вниз. Замечательно. Теперь вот эти вверх. Подожди, вверх. Эту вниз. А вот эти по диагоналям я запомнил. Опа. И... Опа. Baby, come on, take my fire. Я развалил кукольный дом. Но так задумано, не пугайся. Окей, окей, включаем. Заходим. Как мы активно начали вторую серию. А ты первую посмотрел? Ссылочка в описании есть. Обязательно посмотри первую. И, ой, ё-моё. Так, 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 так. Очень много всего. Итак, три основные зоны, как я понимаю. Вот это. А что-то здесь не хватает, по всей видимости. Сейчас мы разберемся. Сейф. Ага. Как мне его? Могу. А, мешается здесь, мешается. Не получится так просто. Так, а вот здесь могу? О! Найден новый предмет. Медальон с четырьмя отверстиями. А ну-ка проверим. Раз, два, три. Действительно их четыре. Не обманули нас, не обманули. Так, здесь дальше. Мне мешает здесь какой-то механизм. Подождите. Ладно, видимо, сюда еще рано. Смотрим здесь. Ага. Подожди, а как мне защелкнуть? Если я отпускаю мышку, я... А дисплей у меня не сенсорный, я не могу. Так, ладно, видимо, не здесь. Это что? Весы какие-то? Ладно, здесь оно не работает. Механизм, нет давления никакого. Рано еще сюда. Хорошо. Смотрим дальше тогда вот сюда. Что здесь? Здесь. А, здесь внутри, смотрите, еще одна эта хреновина. Артефакт заключен внутри машины. Да. И я не могу, конечно, туда добраться, потому что машина не работает. Хорошо. О, подождите, книга. Yeah.
Не пугай меня так открываться резко. Жена зовет меня, ее голос разносится по коридору. Это сегодня? Так скоро? Я смотрю, как изменяется мой скромный рабочий кабинет, и у меня дрожат губы. Не у всех факультетов есть такое оборудование, я даже не знаю названия некоторых машин. Я могу только улыбаться и стараюсь дышать спокойней. Цель моего исследования достаточно странная. Недавно обнаруженное вещество, свойства которого еще совсем не изучены, редчайшее. И невероятно ценное. Я замечаю, что Абигейл вся светится, и на душе у меня становится лучше. В кои-то веки я могу дать все, что хочу, но я должен держать ее подальше от этих людей. Советом шутки плохи, а жена у меня любопытная. А здесь, смотрите, еще один лось. Иди отпечаток оленей каких-то. А, вот так, да? Хорошо. Подожди, а скрытые символы? Нет, серьезно? Только... А, это мы читали, с глаз моего... Уже горят от восторга. Это продолжается, типа, запись дневника. Я понял, мы это читали в прошлой серии, которую ты посмотрел уже в описании, да, ссылку? Я же тебе сказал. Ты до сих пор не посмотрел? Ну как это так? Спеши скорее. Я вижу вот здесь что-то. Хумана. Чё? А? А? Чисто наугад ткнул, и что-то получилось. Ручка. Ух ты, ёлки-палки, зачем я ткнул? Не надо было. Не надо было. А ты смотри, что происходит. А, подождите, я понял, у меня же есть светящийся глаз. Ой, ёб твою. О, я понял. А, эти верхние и нижние неподвижны. Вроде получилось. А, нет, не получилось. Во, рисуночек, красиво. И что дальше? Чё, ничего не произошло? Ау! Есть. Так, что-то активировалось. Жесть, а есть в реальности такой стол? Я уверен, миллионы людей захотят пройти такую комнату с секретами в реальной жизни. Надо разработчикам... Ух ты, срочно... Опа, а вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Разработчикам срочно продать права на экранизацию этой игры. Фигурная металлическая деталь. Куда ее? Скресть. Ага, смотрите, она в крестик какой-то вставляется. Пока мы не знаем, что это, да? О, вот здесь... Это можно двигать дальше? Что это такое? Да. Так, а это что? Огниво! Или огниво? С треугольником. Пока неизвестно. Для какой-то машины. Хорошо. Так, а что? Подождите. Здесь. А, мешают закорючки. И они еще не поворачивают. Я не могу вращать это вручную. А как можешь? Опа, смотри, сюда можно вставить вот эту фиговинку. А, неплохо. Неплохо. Так, ну покажи. Ага, еще я уже знаю. Ага, здесь два таких. Сейчас мы совместим быстренько эти несложные загадочки. Нет, нижняя. Нет, о, так. Дальше, следующий, пожалуйста. Не так, не так. Вот так, ой. Что, вот так? Вроде и правильно, а вроде и криво. Ну ладно, давай сюда. Да. Опаньки, есть, есть, камон. Ага, еще одна полочка. Блин, писец, сколько полок. Это что такое? Я увидел здесь какую-то кнопку. Не открывается. Ой, смотрите, она поворачивает... Изогнутая рукоять. Твою мать. Окей, куда я пока не знаю. А вот эта штучка, смотри. Опа. Опа. И теперь одно деление, получается, у меня открыто. И мне еще вот эти вот развернуть таким же образом. И я смогу выдвинуть эту полку. Хорошо, предположим. Здесь что? Ой, ё-моё, зря открыл, блин. Так, ну походу я понял, куда ручка. Бум, вот сюда. А, поменять местами. Красные луны в красные круги.
синие треугольники в синие треугольники. То есть смещаем их вот сюда. Перемещаем вот сюда. Смещаем вот сюда. Перемещаем Луну сюда. Смещаем Луну сюда. Опа, эта Луна на своем месте. Теперь... Так, подожди. Нет, подожди. Убираем этот треугольник сюда. Возвращаем сюда. Этот треугольник смещаем на свое место. Луну смещаем вот сюда. Все, Луна на своем месте. И треугольник перемещаем вот сюда. Готово! Это тоже просто. Ну это пиздец, как интересно. Слушайте, мне так нравится эта игра. А что открылось? Я, блин, посмотрел на... Твою мать, что открылось? А, вот ручка. Чё, блин. Часть модели колодца. Это понятно. Это значит, мы идем на улицу и врубаем колодец. Без проблем. Но подожди, я хочу вот этот механизм еще покрутить. Еще здесь не все. Я не могу вращать это вручную. Ага, хорошо. Так, здесь что-то нужно вставить. Да. И у меня... Может, сюда колодец? Нет, не сюда. И эта штука не сюда. Хорошо, потом вернемся. Что еще, где могу вращать здесь? Здесь сбоку еще что-то есть. Смотрите, отметина вот этих вот штучек. Значит... О, поворачивается. Есть, есть. Это подсказка. Значит, я всякими механизмами могу поворачивать. Что еще могу повернуть? Здесь что-то могу повернуть? Ой, куда так отдалилось? Так, это повернул. Здесь, ну, по-любому что-то еще откроется, наверное, как-нибудь в будущем. Я не... Ладно, хорошо. Давайте тогда... Подождите. Ё-моё. Тут еще больше приколов. Да ладно, что, я наугад правильно нажимаю? Не, неправильно. Или, может, правильно? Ничего не поменялось. Это что такое? Кусок фотографии поезда. Ладно, давайте пойдем на улицу. Посмотрим, что нам делать с колодцем. Вот здесь дыромаха. Идеал. Fits perfectly, как говорится. Серьезно? Еще одна комната? Я ж там еще не закончил. Или я там закончил? Да вроде там столько механизмов. Кухня. Ё-моё, еще больше механизмов. Вы прикалываетесь. Так, вот типа подсказка, здесь что-то нужно сделать. Ну давай сразу сюда. Ням-ням-ням. Не получается, да, это открыть? Да, сюда что-то, видимо, нужно вставить. Кажется, здесь что-то не достает. Спасибо, Кэп. Вот здесь что-то достает. А, тоже нет. Да что ж такое? Что с вами делать? О! Вот такой ручки не достает. Так достань отсюда ручку. Давай ее отсюда заберем теперь. Ну подожди. Забери ручку. И вот сюда переставь. Забери отсюда. Переставь сюда. Ну забери же. Вытащи ее. Ладно, так нельзя. Что-то игра думает, что ты умничаешь. Мы хотели не так. Что за хрень? Совместить сферу? Опа. Не так. Вот так? Что это такое? А, крутилка. А, я понял. Надо, чтобы они прошли, типа. Окей. Ну все. Прошли. А, теперь следующие. Это вот так. Это вот так. Прошли за шибончик. А тетя уперлась. Уперлась. Так, это значит вот так. Тихо, тихо, тихо. А это вот так. Пройдешь? Не пройдет, ты смотри. Значит, это вот так. А это... Да блин, катись назад. Вот так, что ли? Нет. Вот так тогда иди. Да, да, детка, конфетка. Да ты шо? Еще один кругляшочек.
Найден новый предмет. Маленькое колесико. Предположим, найден. Вон там еще какое-то колесико, походу, лежит, смотри. Но я пока не могу его открыть. Так, что здесь? Еще могу что-нибудь открыть? По всей видимости, нет. Здесь что могу открыть? Так. На полу что-то лежит. Опа! Ух ты! Пруд с рукой... Пруд, ё-моё! Пруд с рукояткой. А это... Опа! Там внизу что-то есть, но я не могу это достать. Это бутылка, чувак. Что значит что-то? Это бутылка. Хорошо, пока бутылку не можем достать. Вот это что? Пруд с рукояткой. Посуду. Кто будет мыть посуду? Людка, Людка. Давай, потом досмотришь. Сначала посудку помыть. Здесь не хватает куска трубы. Видимо, если я починю трубу, я смогу помыть грязную посуду. А зачем? А я не знаю. Так, хорошо. Что еще? Вот здесь еще. Ага, я понял, откуда эта штука. Бадям. Бадям, бадям. Окей. Так, так, так. Ага. И шо? А здесь кружок. А ну. Ах, вот оно шо. Думали меня обмануть? Так, треугольник. Бадям. Полоска. Бадям. Два раза треугольник. Раз, два. Бадям. Два раза кружок. Раз, два. Какая-то хрень. О, я знаю, куда ее вставить. Она в столе была. Чернильница. Это не какая-то тебе хрень. Это чернильница. Тогда все. Здесь мы, видимо, временно тоже закончили. Наверное. Возвращаемся обратно. Вот сюда. Заходим. Поставим чернильницу в стол. Еще там какое-то отделение, наверное, откроется. Вот сюда. Вот я ж помню, что она где-то здесь втыкалась. Бабамс. Опа. Это что? Нажата кнопочка. Ёлки-палки, зачем? Ой, смотри, там снизу был символ, который поможет мне открыть. Ух ты. Чё? Чё? Да ё-моё, твою мать. Типа поменять их местами. Здесь кругляшочек. Да, здесь есть такой же. А там, значит, надо треугольник выставить. Да. Это что такое? Странный эмалевый фрагмент. Похоже на деталь какой-то куклы Вуду. Пробиты иголками. Пока не знаю куда. Тихо. Подожди, оно же должно мне крутить. Верни сюда. Вот, это должен... Видите здесь этот элемент? Он должен поворачивать мне, видимо, по отметке. Нам надо выставить вот так. Оп. И что, ты мне повернул? Да, и мне осталась только одна вот эта вот. Как мне ее повернуть? Это загадка. Может быть, вот этой штукой опустить ее? Да, на ней, потому что тоже этот символ. Все, теперь я могу открыть стол. Эй, пожалуйста. Да, 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 да. Это отверстие какое-то странное. Нажмите, чтобы... А, нажмите, чтобы применить окуляр. Нажмите дважды, чтобы осмотреть отверстие. Я внутри стола. Ух ты, что это было? Я понял. Ё-моё. Ну, предположим. Понимаешь, что шестеренку нужно вот сюда на стрелочку? А, я понял, нужно к ней перестроить вот эту прямую. Все, я понял. Сейчас сделаем. Хорошо. Еще одной не хватает.
А, вот и все. Вот и все, вот и все. Вот и все, считай, перестроено. Вращаем, вращаем, вращаем как можно сильней. Это похоже на ручку насоса. Да, рукоятка модели насоса. Я знаю, куда ее применить. Прикинь, я сразу понял, куда ее применить. О, все! Стол собирается, мы закончили со столом. Блин, какой он крутой, этот стол. Какая фантазия была, чтобы это все придумать. Просто офигеть. А что за карта валяется справа? Я хочу себе такой рабочий стол. Я работаю за таким скучным столом, оказывается. Вокруг одни мониторы, камеры, микрофоны. А когда вон что может быть? Нет. Я определенно не тем занимаюсь. Так, где насос? Вот насос. Помнишь, я его тыкал? Я же тебе говорил? Я тебе говорил, что еще рано к нему лезть. О, я подал воду на кухню. Сейчас я помою посуду. Скажи, чего ты пристал? О, слышишь, вода течет. Вон, капает даже. Да, я люблю мыть посуду. Я люблю, чтобы было чисто в раковине. Что поделаешь? Вот такой вот я человек. Так, как мне сюда зайти снова? Залетаем. Так, 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 так. Да, смотри, вода льется. Льется напор. Но я не нашел куска трубы. Это же не сюда. Это не сюда. Это не сюда. Это не сюда. А что ж делать? Всплыла бутафорская бутылочка. Стеклянная ботл. В ней записон. Рваная фотография. А, фотография, кусок поезда. Я уже увидел, что не кусок поезда. И ты знаешь, куда ее? А я знаю, я тебе сейчас покажу. Я уже понял, куда ее. Здесь мне походу больше ничего не надо. Уходим. Слушай, я думал, все будет в рамках одной комнаты. Думал, буду одну комнату проходить и типа на следующую серию останавливаться. Комнату проходить не следующую. Но мы между комнатами прям фигурируем. Я не думал, что так будет. Это прям сложновастенько становится. Так, так, если ты забыл, то вот здесь вот висит фотография поезда. Бадамс! Ты ошеломлен? О, смотрите, у человека нет лица, его выжгли просто. Бадам! XS, extra small S. XS... А, это символы, которые нужно ввести. XS2T. Все. Я думаю, что я такой тупой. XS2T. Так, ищем на X. Похоже, X есть. S 2 и T. Да. Шелтон бы сейчас здесь кончил. Что это было? А, смотри, шестеренка. Нужно его запустить. Шестеренку вот эту. Она подцепит вот эту шестеренку, и поезд куда-то поедет. А, вот всякие колесики, походу, можно цеплять. У меня есть такие. Да, ты посмотри, что творится. Ты посмотри, что происходит. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Чё? А, мне типа нужно наверх завести, вот это вот, вот сюда поставить. А, всё, я кажется, понял. Опа. Да, смотри, оно теперь переедет. А, ну то тоже уехало. Чё? Так, как мне это сделать? Мне, походу, нужно ее вниз поставить. Вот так вот. Оп. Блин, подожди.
Во-во-во-во. Так, это какая-то кнопочка. Найден металлический штырь. Предположим. Так, а вот здесь что-то с крестиком надо воткнуть. Не это сюда? Нет, этих у меня нет. С треугольниками, с крестиками. Где-то надо воткнуть штырь. А, я уже вижу где. Вот и с крестиками металлический пруд получен. А ты говоришь, нет, ты не прав, посмотри внимательней. Ну как же, я ж вот посмотрел. Так. Сюда что-то с треугольником. Вот эту штуку, походу. Найдена металлическая решетка. Ой, тихо. Это похоже на... А, я думал, это передняя часть поезда. Что-то... Нифига себе. Слушай, это походу оно и есть. Вот оно надевается на эти пазики. А ну-ка, подожди. Ай-яй-яй-яй. О, вау-вау-вау, детка, подожди. Смотри, что там сверху. А ну-ка. Угадал? 54. А, это я нажал случайно. Я думал, оно отъехало, потому что я угадал. Думаю, писец, я гений. Нет, я не угадал. Ладно, видимо, где-то этот код мы найдем. Сначала вот это втыкаем сюда. Получаем L-образноват. L-образный преобразователь, который вот сюда войдет по любасу. Я видел на нем треугольник. Если вы увидите, где-то на Амазоне, на eBay продается модель этого стола, я прям буду первым в очереди. Это открытый люк какой-то странный. Нажмите дважды, чтобы... Так я нажимал. А, ну все. Найдете где-то на Амазоне, скидывайте мне ссылку. Я прям буду ставки ставить, чтобы купить этот стол. Что такое? Опа. Нет. Нет, ну конечно, здесь крестик какой-то должен быть. Ага, предположим, предположим. Любопытно пока что. Тихо, тихо. Ясно, уходим. Уходим отсюда. Ну какой же крутой поезд все-таки, да? Ты только посмотри. Вот так, на заставочку мне пойдешь, я тебя поставлю. Красота. Так, мне вот эти... Открыть нужно краники. Краники. Ух ты. Так. Так. Все, что такими переливами, нужно смотреть через вот это стекло. Да, и здесь что-то есть. Этот код верхний я уже видел. Здесь что-то есть. Я вижу двойку, походу. И пятерку. А, нужно смотреть не из этого. Нужно вот из этих окон смотреть. Нужно смотреть из другого ракурса. Давай, 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 давай. Залазим в поезд. Идем сюда. Включаем. Во, а ты говоришь нет. 25. Я ж тебе говорил, двойку и пятерку видел. Я ж тебе говорил. 25. BF. Best friend. 25 best friend. Пойдем. Ты же понял, куда это вводить? Ну только не говори, что не понял. Ты понял. Ты раньше меня все понял. А я уже забыл, куда. А, вот все. 25 best friend. Так. Пяу, пяу, пяу. 20. Пяу, 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 пяу. 5. Best friend. Да, детка, это прям как мы с тобой, best friend. Ты согласен? Ты согласен? Смотрим, что здесь. Крестик. А вот тебе крестик, заводной ключ. И, по-моему, его втыкать вот здесь сбоку. А, нет. Его втыкать в поезд. Сбоку там уже ничего не осталось. Все, походу, мы сейчас воткнем его вот сюда. Да, вот же огромный крест. Что здесь, повернуть? Нет. Крутить. Заводим. Сейчас что-то будет. Так, поезд... А, теперь нужно нижнюю шестеренку подключить. Поезд у нас заведен. Нижняя шестеренка. Давайте ее. Оп! Да, она подключилась. А, мы это все делали, чтобы открыть стол. О, еще одна книга.
куча записей. Мы пропали. Холмс, мы пропали. Я слышу крики снизу и замираю на темной лестничной площадке. Гортанные угрозы сулят боль и насилие. Исследование пока не дает результат. Но почему? Я знаю, что Эдвард не допустит провала. У них такая загадочная терминология. Я собираю крупицы того, что могу понять. Эти мужчины не ученые и уж точно не джентльмены. Зачем мы впустили их в свой дом? Наконец, они уходят. Я должна найти Эдварда. Но я заблудилась? Я дважды пытаюсь найти дорогу, но нахожу только рабочий кабинет. Рабочий кабинет моего отца. Этой двери я все детство прилипала ухом. Теперь же я не узнаю. Есть только ощущение того, что внутри. Как темное пятно. Типа пятно на лице земли. На лице земли пятно. Понял? Хорошо, честно, ради бога. Ничего не понял, но ладно. Шкатулочка. Ну. О, модель дымохода. Ну, соответственно, ее нужно выйти и воткнуть в дом. Модель дымохода. Ну и ладно, слушай. Ну это было так прикольно. По-моему, мы сегодня столько всего решили, что просто мозг может взорваться. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить ему лайк, подписаться на канал, активировать колокольчик, чтобы скорее не пропустить следующее видео. И если тебе нравится, я увижу по комментариям, по отметкам лайк, что тебе нравится, то ты хочешь следующую серию, и уже совсем скоро мы продолжим с тобой решение этих увлекательнейших крутых головоломок. Меня зовут Энди Мув, спасибо, что смотрел это видео, мы с тобой снова скоро увидимся в новом видео. Пока!